Поправки в российский закон об ОСАГО вступят в силу 24 августа. Страховщики получат больше свободы в определении базовых тарифов, гарантируя индивидуальный подход к каждому клиенту. Например, теперь при расчете стоимости автогражданки будут учитываться грубые нарушения ПДД. Пьяное вождение, выезд на встречку, превышение скорости более чем на 60 км в час и прочее. Аккуратные водители смогут рассчитывать на скидку, а нарушителям придется платить больше. Появятся и другие факторы, влияющие на базовый тариф. Страховщики смогут устанавливать цены, исходя из семейного положения, возраста клиента или иных критериев, которые, на их взгляд, свидетельствуют о порядочности водителя. Перечни таких факторов будут публиковаться на официальных сайтах страховщиков. Основная идея в том, чтобы индивидуализировать базовый тариф, то есть ту сумму в рублях в границах устанавливаемого ЦБ тарифного коридора, потому что по каждой категории там есть не больше стальки-то, не меньше стальки-то. И вот страховщик сможет более точечно настраивать именно базовый тариф, который потом будет умножаться на все вот эти коэффициенты, включая коэффициент КБМ. Вместе с тем должны вступить в силу поправки проекта Центрального банка. В частности, будет снижен коэффициент территории. В некоторых городах до 5,2%. Пока это проект, и до того, как выйдет само указание, уже утвержденное, опубликованное, мы, конечно, не можем быть уверены, какие это будут цифры, но в проекте действительно предусматривается снижение. Ну и по ряду территорий, по крупным городам, и Казани, и Нижний Новгород, Екатеринбург, Санкт-Петербург, там довольно много изменений в этом смысле. О полной отмене коэффициента территории и мощности автомобиля речи пока не идет, хотя эта тема уже неоднократно выносилась на обсуждение. Последний раз в прошлом году. Развернулась большая дискуссия, возникли огромные опасения по поводу того, правильна ли эта модель, там были и другие тоже элементы, и в конечном итоге вот законопроект видоизменился, и закон уже был принят о поправках в том виде, в котором мы знаем, поэтому можно констатировать, что пока вот именно на сегодняшний день и коэффициент мощности, и коэффициент территории остаются. Грядущие изменения в закон об ОСАГО расширят тарифные коридоры. Теоретически страховщики могут этим воспользоваться и задрать цены на автогражданку. Однако в 2019 году коридоры уже увеличивались на 20% в каждую сторону, но страховая премия по итогам года при этом снизилась на 5%.